Всем доброго дня. Приехали мы за грибами. 8 или 9 декабря, не знаю точно, знаю, что у меня сегодня выходной, суббота. Контрольная вылазка за грибами. Потому что как бы в дальнейшем все-таки мы уже не хотим хождений, путешествий. За грибами люди ходят каждый день. А нам это делать некогда. А последующие дни уже точно мы сюда не приедем. И не приедем вообще. Проехали мы Черноречье. Потом были мы те выходные. Сейчас мы остановились на Военной горке. Все люди пошли вверх, кто вышел на автобусе в лесополосу Сосновую. Я решил как бы с подругой миновать эту вот местность. Пойти именно в другой лес, потому что там, мне кажется, уже будет хожено, как и в прошлый раз. А здесь мы вот сейчас пройдем это расстояние, которое нам, собственно, мешает. Основной такой проход. Вот, и пойти именно в направлении соснового леса. Как в прошлый раз то же самое, когда мы это все дело прошли, тогда у нас появилась возможность собирать и резать грибы. Вот, посмотрите, какой красивый лес, как в сказке. Такие шапки. Вот, поэтому мы решили твердо, как бы я для себя сам знаю точно, что если миновать эту вот полосу, где нет грибов, сразу пойти в лес, где люди, собственно, для них как бы трудно пройти, значит, там вероятность грибов будет уже больше. Фу. Погода на улице сегодня прохладнее, чем в прошлый раз, чем те выходные. И небо такое серенькое. Но, как прогноз нам обещал дождик мелкий завтра, не сегодня. Вот. Поэтому можно смело ходить в лес, пойти за грибами. Что мы, собственно, и решили сделать. Потому как позже будет уже погода не очень как бы комфортная. Обещают дожди, все такое. Вот, я сейчас думаю, что это поле мы пройдем. Вот за нами осталась вот такая лесополоса. Дальше дорога. Вот, и после этого уже мы выйдем в сам лес. Вот те холмы, что мы видим, и как раз пойдем именно уже по ним. Вот, ну, самое главное, как и в прошлый раз, когда мы уже поднялись на вершину, и только там потом начали мы какие-то находить грибы, потому что все это было заросшее и никакое труднопроходимое. Здесь как-то я вот смотрю, это, мне кажется, старые какие-то виноградники либо какой-то садовый сад здесь срос, потому что вот сейчас я вижу эти какие-то, как называют, розы, не розы, колючки какие-то розовые. И вот здесь такое все такое ямами, траншеями, какими-то ровными линиями идет. Вот, поэтому двигаемся дальше. А здесь как бы видно, что люди как бы ходили, но не знаю, насколько здесь прошло много людей сегодня. Вот. Будем надеяться, что мы сегодня будем грибами. Хотел сходить на рыбалку. Рыбалка, ну это погода такая точно не для рыбалки. Она никакая. Она сырая, она такая как бы чуть-чуть как бы ветреная. Но по факту она не очень комфортна вообще для ловли. Окунь любит, а я люблю окуневую поклевку, как я уже говорил. Потому что когда клюет окунь, блин, там же такие ощущения на удочке. Что тянет вниз, допустим, там куда-то поклевок, в сторону там повело его. Вот, приятные такие поклевки. Вот, он любит попрохладнее погоду, то есть уже такую, чтобы руки замерзают, вот так, на таком ощущении. Ветер дует, допустим. Когда тихо, спокойно, все, это вот труба дела, я не знаю, там только, может быть, будет клевать какая-нибудь ставридка. Вот. А я ее столько уже наелся этой
в Савицке, потому что всегда приходишь, и я приношу с собой 5-литровую баклажку, вот эту вот пластмассовую. Какое-то место проходим, я так полагаю, оно все в ямах таких больших и маленьких. Тут, наверное, были, как называют-то, ну кто ищет там эти военные там всякие премудрости. Какую-то птичку порвали. Вот. Конечно, не знаю, что-то. Это окопы, но они свежие, да? Да они как-то не похожи на окопы. Какая-то прям какая-то, прости господи, могила какая-то. Размером человеческой роста. И тут как бы все изрыто. О, не знаю, не дай бог. Вон какие-то грибы, какие-то белые, страшные. Вон тоже какой-то окопчик маленький. Там все поразрыто. Там все разрыто, там все разрыто. Тут тоже самое на ямах. Все на ямах. Как их называют эти искатели? Нет, как он, все забываете. Блин, там уже какие-то все. Ну да, которые ищут как бы, ну, клад, не знаю, как они это называются. А, коп, у них называется коп. Нифига себе, траншея такая. Ого. Может, это звери роют? Зверь прямую траншею так разрыть. Тут как бы я еще поверю. А здесь такая ровно такая по периметру траншея. Здесь то же самое. Яма. Боже мой, там вообще какие-то внизу что-то все проходит внизу. Может, здесь какие-то люди какие-то хотели заселиться. Нет, ты посмотри. Яма на яме, яма на яме. И вся эта яма таким-то идет сообщением, каким-то как колодец между собой. Яма на яме, яма на яме. Этих ям вон одна, вон вторая, третья, четвертая, вон там пятая. Яма на яме с каким-то ходами. Ход как бы сделан для какой-то живности. Но размер входного отверстия вот здесь вот от земли, какой-то как могильный какой-то ужас. Ну, посмотрите. Ну, я гори посмотри, ну это вообще какой-то пипец. Там яма, а в яме там, вон какое глубокое углубление, там, и там вот туда она выходит еще, нет, какое-то непонятное для меня это вот, здесь это вот происхождение этих